Взошли на пьедестал. Несколько дней назад в Твери прошли соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны, куда съехались 17 коллективов из Центрального федерального округа. Приятно отметить, что команда серпуховского филиала лесничества «Русский лес» заняла высокое 3-е место. И сегодня в Музее пожарного дела волонтеры получили благодарственные грамоты от представителей МЧС. Соревнования проходили в 3 этапа. Это боевое развертывание, пожарная эстафета и курс теоретических знаний. Добавим, что в этом году Всероссийское добровольное пожарное общество отмечает свой 125-летний юбилей. Помогаем тушить пожар, обследуем его пожар. То есть полное активное участие в тушении пожара принимаем. Также помимо чем тушения пожара, принимаем активное участие в поиске людей, заблудившихся в лесу. Вот это волонтерское движение, которое представлено в России, в том числе с добровольной пожарной охраной, оно, в общем-то, но она не теоретически, она реально существует. У нас есть что показать. И, в общем-то, и не то, что как бы показать, мы постоянно помогаем населению своим практическим действием, в том числе по спасению или там каким-то другим аварийным работам.